Всем привет, с вами снова я, Никита. Сегодня я сделал обзор на такого кролика и на такую собачку. Давайте включим их и посмотрим, как зайчик прыгает, а собачка ходит. Собачка ходит и вперед, и назад. А кролик у нас прыгает. Ой, кролик, куда ты побежал? Все животы повалились. Собачка ходит, а кролик прыгает, а я чекаю. Очень милые, как настоящие. Кролик издает звук тише, чем собака, и кролик чуть не грохнулся. Сегодня я сделаю обзор на таких вот двух зверка. Очень милые. Очень прикольные, пушистые, как настоящие. Звуки издают. Сегодня сделал обзор на вот таких вот маленьких животных. Вот у них домик. Это их не домик, это домик собачки, а это домик кролика. Всем удачи и всем пока!